Башенный кран, который накануне упал на территорию детского сада и повредил здание, еще никто не убрал. Он останется здесь до тех пор, пока сотрудники МЧС и следственного управления не завершат все действия для выяснения причин падения. Это произошло 17 октября в промежуток между 4 и 5 вечера, как раз тогда, когда дети обычно гуляют. Чудом никто не пострадал, потому что кран упал на подсобную территорию. Как рассказали сотрудники детского центра, малышей напугал только шум. Рядом с садиком строится 16-этажный дом. Упавший кран повредил часть фасада здания. От более серьезных разрушений спасла сосна, в которую уперлась конструкция. Сейчас работы на участке, судя по всему, что сегодня здесь не было ни одного рабочего, приостановлены. В строительной компании комментировать ситуацию отказываются. Стройка жилого дома идет впритык к территории детского сада и может угрожать новыми чрезвычайными происшествиями, опасаются в центре. Ждем гарантий со стороны контролирующих органов, со стороны органов, которые контролируют безопасность строительства, и со стороны строительной компании гарантию того, что если будет продолжено строительство, то оно будет безопасно. Если таких гарантий не будет, ну, к сожалению, мы тогда будем просто тогда настаивать на прекращении строительства.